Правление Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрило заявку Чувашской Республики о финансовой поддержке переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2020 годы. Согласно одобренной заявке, Чувашская Республика получит из средств фонда ЖКХ 96 миллионов рублей. Почти 4 миллиона в порядке софинансирования добавит регион. Средства будут направлены на переселение 181 человека из 67 аварийных жилых помещений в 5 муниципалитетах. В предыдущие годы в Чувашии для реализации программ переселения граждан из аварийного жилья из средств фонда было выделено более 4,5 миллиардов рублей. Еще 2 миллиарда из республиканского бюджета. Всего были переселены более 18 тысяч человек.